Это невероятно, но факт. Девчонки, те, кто хотел зарегистрироваться в Фаберлик давным-давно, но все раздумывал, искал подходящий подарок за первый заказ, сейчас 100% наступило ваше время. Потому что такой акции еще не было вообще никогда. Чтобы к подарку, который указан вот здесь в каталоге, дарили еще и 1000 рублей, ну это просто беспрецедентно, такого 100% не было. И я считаю, что думать вообще не нужно. Вот просто вообще не думать не нужно. Вы, смотрите, все просто. Вот эти условия не меняются. Меняется только сумма на рубль. Она увеличилась. Здесь написано 1999, а по новым условиям нужно сделать заказ на 2000 рублей. Вы делаете заказ на 2000 рублей. Ну, для начала регистрируйтесь. Ссылка будет под видео. По ней проходите. В разделе «Номер знакомого консультанта» ставите мой номер, тот, который я здесь же под видео указываю, и попадайте ко мне в команду. Все, с этого момента можете задавать мне любые вопросы по оформлению заказов, по брать консультации по товарам, что купить, что не купить, я вам всегда помогу. Включу вас в свой вайбер-чат, где девчонки отвечают иногда быстрее меня, когда у кого-то есть время и есть информация. Все очень доброжелательны друг к другу, я думаю, вам понравится. Следующий шаг, вы зарегистрировались, складываете в корзину товаров на 2000 рублей, причем тех товаров, на которые уже есть скидки, то есть ограничений никаких нет. Вот, например, новая водичка, на нее уже 50% скидка, и если вы набираете на 2000 рублей, то у вас активируется бонус в 1000 рублей, и он просто списывается в оплату заказа. Вы понимаете, что половину от суммы заказа платит за вас компания. А потом, чтобы получить водичку, которая вот здесь на каталоге указана, в четвертом каталоге, то есть мы это все делаем за 2 недельки, успеваем все это провернуть, добавить в заказ, оплатить заказ, обязательный момент. И в четвертом каталоге за 1 рубль со следующим заказом, этот заказ уже будет минимальным, может быть минимальным на 1000 рублей, вы получаете одну из водичек. О них чуть-чуть попозже, они у меня все 3 стоят, я вам про каждую сейчас расскажу. Но суть-то в том, что вот, к примеру, 649 рублей, ну пусть 650, да, сейчас для ровного счета, стоит водичка в каталоге, а вам она обойдется в 325 рублей. Это при условии, что ваш заказ будет на 2000 рублей. Если будет больше, соответственно, 1000 уже будет разбрасываться на большую сумму, и там уже будет не 50% оплаты заказа, а чуть-чуть поменьше. Ну, соответственно, если вы закажете там на 3000 рублей, оплатится из них 1000, это будет всего лишь 30% от заказа, правильно? То есть, ну, самое выгодное, конечно, по этой акции, это купить на ровно на 2000 рублей, чтобы 1000 списалось, потом еще получить водички. Не забывайте, что у вас еще будет на второй заказ, когда вы будете водичку оформлять, 300 рублей кэшбэка, потому что с 2000 15% вам перейдет на следующий заказ, это будет 300 рублей. То есть сумма заказа уже уменьшится на 300 рублей. И за первый заказ у вас будут баллы, у нас каждый товар оценен в баллах. Они все будут в кошелечке, и вы все эти баллы, которые у вас за заказ получатся, ну, при хорошем раскладе там 15 хоть как должно быть. Ну, если не хватает, я вам рекомендую просто немножко добавить чего-то, чтобы получилось 15 баллов. Вы за 15 баллов можете уже выменить просто какое-нибудь, ну, не знаю, там, мыло для рук, мыло для кухни. Что там у нас за 15 баллов? Гели для душа есть, крем для век есть за 15 баллов. То есть вы к четвертому каталогу уже будете вот так готовы. У вас уже будет 1000 в кармане от компании, у вас будет 300 рублей кэшбэка на следующую покупку. У вас будут баллы для обмена в качестве подарка, просто меняются баллы на подарок без каких-либо доплат. В общем, сплошные выгоды. Такой акции реально еще не было. Вот я уже 5-й год в компании, и я впервые такое вижу. Возможно, когда-то было, но девчонки, которые уже много лет, они говорят, что такого действительно не было. Поэтому даже не раздумывайте, регистрируйтесь, делайте заказ. Делайте в четвертом каталоге второй заказ, собирайте все подарки, а потом уже решайте, хотите вы что-то в Фаберлик покупать дальше или нет. Кэшбэк у вас так и будет копиться, у вас и со второго заказа будет кэшбэк, в зависимости от суммы. Он уже у вас будет, кстати, 20% уже накопится на последующий заказ побольше. Поэтому, возможно, вы захотите покупать и далее, но это уже будет на ваш выбор. Никогда никого не заставляю делать заказы, продавать.
Все только на ваше усмотрение, все делаю для того, чтобы ваши покупки были комфортными. Не получается оформить, я помогаю. Не получается выбрать, я помогаю. Если у кого-то вопросы там, а это вообще хорошее, кто пробовал, я, если могу ответить, если не могу, девчонки в чате отвечают, кто пользовался. В общем, помогаем всесторонне. Вы точно не будете брошены, и я вам гарантирую абсолютно всестороннюю поддержку. Почему я делаю на этом такой акцент? Я очень много читаю в своих комментариях под своими видео, что я когда-то вот не знала, зарегистрировалась непонятно под кого, и я даже не знаю, я пишу, мне не отвечают, я там звоню, мне не отвечают, я не знаю, где брать помощь, обратная связь отвечает двое суток. Я это вот таких комментариев очень много читаю. Поэтому, девчонки, регистрируйтесь под конкретного человека, который говорит, что он вам может помочь. И даже если вы меня лично не знаете, вы меня лично не знаете, но я вам об этом говорю, вы можете просто, ну, попробовать, да, зарегистрироваться. Я вас тут же добавляю в чат. Ну, спросите участников, как и что, нравится им, не нравится. Без проблем вообще любые вопросы обсуждаются, поэтому всегда готова помогать вам, всегда готова делиться с вами информацией по каким-то закрытым распродажам. Обратите внимание, у меня есть видео, что я где-то на закрытых распродажах покупала. Есть для вас акции, допустим, подарок за заказ, когда вы притормозили свои заказы, не делаете каталог, 2-3 компания смотрит, что что-то, почему-то вы вдруг пропали. Оп, вам подарочек дает. Я делаю рассылку своим консультантам. Мало того, что компания делает, я еще делаю, чтобы вы, девчонки, не пропустили, чтобы вы воспользовались всеми бонусами, которыми можно воспользоваться, а не просто приходить к какой-то девочке на работе, заказывать у нее, ну, там, не знаю, вот, допустим, заказали там какие-то тени, она вам принесла, вы отдали деньги. Нет, вы, будучи зарегистрированным в компании, можете пользоваться гораздо большими возможностями и тени со скидкой купить, и еще и за покупку этих теней получить баллы, эти баллы потом обменять, получить кэшбэк. Девчонки, возможности вот умотаться, честное слово. Поэтому не бойтесь, никаких обязательств у вас не возникает после того, как вы зарегистрировались по скидке. Оговорочка по Фрейду. После того, как вы зарегистрировались по ссылке, никаких обязательств у вас ни передо мной, ни перед компанией не возникает. Если вы зарегистрировались, походили по сайту, посмотрели, вас что-то не устроило, вам не понравилось, там, цены, там, ассортимент, ну, я не знаю, хотя ассортимент просто невероятный, просто, в каталог все не входит. Полный ассортимент у нас только на сайте. Зашли, посмотрели, не понравилось, через 3 каталога вас удалят, все, в компании будет чистый лист, и ваша информация нигде не задержится, будет удалена полностью. Если вы сделали заказ, а потом передумали, разонравилось, не захотели, обстоятельства изменились, там еще что-то, в этом случае через полгода, через 9 каталогов вас удалят. То есть никто вас не будет держать, звонить, говорить, ты что, ты почему не делаешь заказы? Нет. Эти времена прошли, ну, я не могу сказать за всех, я знаю, что кто-то до сих пор так работает, но я так точно не работаю. Я считаю, что главное – это довольный покупатель. Если он хочет, чтобы его дергали, пишите, Марин, вот мне скажи, как то и то делать, дергай меня. Я буду интенсифицировать свои усилия. Если вы говорите, мне ничего не надо, не рассылать, не отправлять, не буду ничего рассылать, отправлять, главное, чтобы вы были довольны в этой ситуации. Так, теперь чисто технические моменты. Что нужно сделать для того, чтобы все вот эти бонусы, которые я только что вам расписала, собрать? Первое нужно, первый шаг. Проходите по ссылке под видео, регистрируйтесь, я вас добавляю во все чаты и начинаете делать заказ. Самое выгодное, еще раз повторю, это заказ на 2000 рублей, когда у вас из 2000 спишется 1000. Если вдруг у вас 1000 не списывается, значит, какой-то товар у вас ушел в автозаказ. Сейчас для вас это какое-то слово там вообще непонятное. Вы, главное, его запомните и посмотрите. У вас всегда будет видно, товар у вас просто в строчке расположен или там написано автозаказ и предполагаемая дата доставки, ну, допустим, 15 февраля, а вы делаете заказ
и видите вот эту строчку, все, значит, этот товар учитываться у вас не будет. У вас не будет учитываться также сумма доставки, а она у нас всегда отдельно. Я всегда честно об этом предупреждаю консультантов, чтобы не было никаких сюрпризов. Это не очень приятный сюрприз, да, это не списание средств, а наоборот добавление. Но я всегда говорю, да, у нас есть сумма доставки, она зависит от вашего региона, поэтому я не могу сейчас ее сказать, она зависит и от региона, и от суммы вашего заказа. Поэтому, девочки, в этот момент существует. Дальше, вы делаете заказ, все, вы видите, что ваша сумма, допустим, там, к примеру, 2005 рублей, это только за товар, у вас нигде не написано автозаказ, значит, все верно. Нажимаете оплатить, и у вас ровно на 1000, ну, плюс там доставка, меняется сумма. То есть, эта 1000 должна убраться из общей суммы заказа. Обязательно это проверьте. Ну, и если вы будете у меня, я всех своих новичков по первым заказам всегда проверяю. У меня есть такая возможность, как у наставника, видеть заказы своих консультантов и проверять. То есть я иногда смотрю, девочкам пишу, что вы неправильно выбрали акцию, у кого-то по полной цене встает. И чтобы это не вызывало дальнейшего недовольства, да, что вы новичок, вы однозначно могли что-то недопонять, поэтому я контролирую, я всегда смотрю, как сделан заказ. Если все цены правильные, я даже не тревожу, не пишу. Если я вижу, что что-то не так, я всегда связываюсь с консультантом и говорю там, Оля, Маша, там, Наташа, пожалуйста, исправь заказ, потому что ты неправильно воспользовалась акцией, и посмотри, у тебя цена выше, тебе это не понравится в итоге, и ты будешь недовольна компанией. На самом деле, чисто технически, просто надо было заказ добавить не там, а там, или там, существуют нюансы, существуют, поэтому я за этим слежу. Ну и кто-то мне просто пишет, Марина, пожалуйста, проверьте заказ, готовы там и пароли дать. Вижу все без паролей. В один период я вижу все без паролей, поэтому я всегда контролирую. Сделали заказ, накидали на 2000 рублей, и это мы делаем с вами в период действия вот этого каталога. Еще раз вам показываю, с 11 по 24 февраля, это всего лишь 2 недельки. На такую шикарную акцию дают нам не 3, а 2 недельки, но слава богу, что не 2 дня. Поэтому я очень рада, что это будет так долго длиться, и успеваем. Следующий шаг, что мы делаем, это мы обязательно до вот этой даты, запомните, до второй даты на каталоге, 24 февраля, нужно оплатить заказ. Для чего? Для того, чтобы вот эти водички конкретно одну из этих водичек получить в подарок. Если вы оплатите свой заказ 25 февраля, то это будет действие уже другого каталога, и там уже будет действовать другой подарок. Возможно, он вам понравится больше, и вы захотите именно его взять, тогда намеренно платите 25-го. Но если вам нужно одну из водичек от Валентины Юдашкина, то тогда обязательно оплатить нужно до 24 февраля. Несмотря на то, что заказ еще не пришел, к примеру, да, это нужно сделать для того, чтобы получить подарок. Это обязательное условие. Ну, а вообще, в принципе, наши заказы не обязательно оплачивать в день оформления. Их можно оплатить в любой день до получения заказа. То есть, придя на пункт выдачи, у вас уже заказ должен быть оплачен. Ну, или вы можете оплатить на пункте выдачи, если там такая возможность есть, если там есть терминал для оплаты. Это очень часто задаваемый вопрос про то, как оплачиваются заказы в Фаберлик. Через Сбербанк, через банкоматы Сбербанка, через карту Сбербанка. Это самые простейшие способы. Ну и, конечно же, через терминал на пункте выдачи, если он там есть. Это все нужно узнавать в каждом индивидуальном случае, в каждом пункте выдачи, который вы выбираете. Соответственно, у меня такой информации нет. Вы выбрали, там есть номер телефона, позвоните, спросите, как вам лучше оплатить, они обязательно вам подскажут. У нас очень дружелюбная компания в этом плане, и никакого хамства, ну, по крайней мере, я на пунктах выдачи не встречала, хотя слышала различные случаи. Ну и теперь о водичке. Два аромата женских будут в подарок всего лишь за 1 рубль на выбор. Вы какой-то один из них выберете. А сейчас в первом заказе вы можете заказать пробники на эти ароматы, чтобы не ошибиться с выбором уже при своем втором заказе. Я вам очень это рекомендую. Поэтому обратите внимание, если вы хотите для себя два абсолютно разных аромата. Аромат Фаберлик by Валентин Юдашкин Gold. Это мой аромат, я его очень люблю, я им очень часто пользуюсь. Посмотрите, это все я использовала на себя. Моему аромату, когда? Год, наверное, да, назад он вышел. И я рекомендую этот аромат, он пудровый, для тех, кому надоели цветочные ароматы. Вот для тех, кто уже вот тут вот цветочные ароматы у кого стоят, это 100% для них. Аромат Валентин Юдашкин Rose. Вот этот аромат называется Rose, но с розами он
не имеет к розам никакого отношения, хотя, возможно, какие-то отголоски есть, но здесь вообще, по-моему, заявлен ландыш, груша, там что-то, какие-то такие ноты. И этот аромат конкретно, однозначно напоминает мне Clinique Happy. Без первоначальных нот, без цитруса такого, который очень быстро выветривается, серединка и база. Вот этот аромат абсолютно из этой же самой серии. Это не один в один клон, но это очень близкий по аромату. Вот кто знает, кто хочет повторить. У меня Clinique было просто, я не знаю, две или три вариации Clinique Happy женских, поэтому я его не повторяю. Для меня это однозначный повтор. А Валентин Юдашкин Gold я просто обожаю, хотя мы все разные. И почему я настаиваю на том, чтобы вы сейчас приобрели пробники? Потому что на вкус и цвет товарищи нет. Вот я, например, не хочу пользоваться Rose, потому что у меня это уже было. У меня никогда не было вот такого нецветочного аромата, я им пользуюсь с удовольствием, просто с большим удовольствием. Очень стойкие ароматы, шлейфовые ароматы. Вы их чувствуете на одежде даже на следующий день, то есть это, ну, такая полноценный аналог люкса. И они бывают в каталоге дешевле, чем 2000 рублей, как мы их видим на обложке, бывают и 999, но опять же, вы должны быть консультантом, чтобы покупать дешевле. Это я все вас к этой ссылке отправляю. Следующий аромат, это мужской аромат. Здесь 100 мл, женских 65. Объемчик тоже шикарный. 100 мл, все ароматы очень красиво упакованы, и сверху пленка. Ну, мужской аромат, хочу сказать, вот он, видите, такой у него элегантный темный флакон. И действительно, аромат соответствует оформлению. Он достаточно густой и мужской. Вот для мальчишек 20-летних я не представляю на них этот аромат. А на мужчинах, ну, по-разному выглядят мужчины, кто-то в 30 лет уже такой прям сбитенький, большой. Вот я сразу представляю, что это какой-то уже мужчина, который выглядит более солидно, а не мальчишка такой, да? Вот, и как описать? Теплый, я бы описала этот аромат как теплый, как с древесными нотами. Я не помню, какие ноты в составе, я сейчас просто ориентируюсь на свое обоняние. Я специально за 2 часа просто в крышечку нанесла его, и сейчас уже середина и база здесь ощущается. Немножко какие-то есть нотки древесно-смоляные, такие как со смолой, не знаю, мне очень нравятся такие ароматы. Сначала я его из пробника не оценила, поэтому рекомендую пробники не использовать просто палочкой, не наносить на какой-то маленький участок, а прям несколько капель вылить на одежду и вплоть до половины пробника на себя в первый раз использовать, чтобы прям почувствовать себя в облаке этого аромата. И выбрать. Вы можете и мужской аромат выбрать, и любой женский. Абсолютно все три аромата достойны. В них нет дешевых нот. То, что я не люблю в недорогих ароматах, это проявление дешевых нот. Особенно в мужских. Прям не выношу, когда мужчины пахнут дешево. Вот этот аромат однозначно не подведет мужчину, но не молодого. Не молодого мальчишку, не для молодого мальчишки этот аромат, а для такого уже мужчины, которого, ну, прям посмотришь, и можно назвать мужчина, да, независимо от возраста, вот мужской. Но мальчишкам нет, нужно что-то посвежее и полегче. А этот больше к таким тоже шлейфовым, не тяжелым, но густым ароматам относится. Ну, я постаралась для вас описать именно свое видение этого аромата. Мой муж, я не знаю, раза два, наверное, попользовался, просто потому, что я ему накупила. Вот просто стена вот так у него из ароматов стоит, и руки до всего не доходят. Я даже пыль стряхнула, прежде чем вам показать. Ну, бывает вот так. На этом все, девчонки, я вам рассказала, что нужно делать. Так, ароматы мы выбрали, по шагам я вам рассказала. Регистрируемся, делаем заказ, проверяем, что списались деньги. Закрываем заказ, обязательно оплачиваем до 24 числа, а с 25 начинаем выбирать водичку, используем кэшбэк и вымениваем накопленные баллы на какой-нибудь подарок. Бонусов дофигища! Февраль и март нам обеспечены полностью подарками. Девчонки, не задумывайтесь, бегом по ссылке, регистрируйтесь, я готова вам помогать. Всем большое спасибо, все сердечки для вас, люблю, целую, всем пока, Марина.